Привет, YouTube! Всем доброго времени суток. Только что заезжал в строительный гипермаркет и наткнулся на камушек размера под системы для заточки Казак, Апекс и подобных. Приятно порадовало две вещи. Ну, во-первых, камень продается в совершенно обычном строительном гипермаркете. А во-вторых, цена. Ценник у камня меньше доллара. Увидел его совершенно случайно, причем на кассе. Покрутил в руках, камень вроде неплохой. Решил взять на пробу. Опять же вспомнил недавно на нескольких ресурсах натыкался на обсуждение бюджетного варианта для апексоидов. Наклеенной наждачной бумаги на стеклянные планки. И обсуждалась цена вопроса. Лет, не знаю, 10, наверное, назад я подобные опыты проводил и пришел к выводу, что это в итоге совершенно не бюджетно. Ни по деньгам, ни по времени. А по качеству заточки и самому процессу это вообще головная боль. И увидев этот камень, я подумал, что он вполне может закрыть споры на эту тему. Так вот, камень, вероятно, из карбида кремния на ощупь на керамической связке. Почему говорю вероятно? Из описания присутствует вот такая вот наклейка, где указан поставщик, его номер телефона, и сказано, что брусок имеет длину 150 и среднее зерно. Не знаю, почему среднее. По зернистости на ощупь примерно 150 грит по ФЕПа. Ну, то есть в районе 100 микрон. Размеры камня, длина 150, в сечении 16 на 16. Поэтому наклею камень на 20-миллиметровый по ширине алюминиевый бланк и посмотрим, на что он способен. Собственно, проведу небольшой тест камня и в видео покажу, что из этого получилось. Да, и поскольку есть информация о поставщике, попробую связаться и узнать больше о камне. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, а видеотест о камне я выложу отдельно. Опять же, возможно, если у кого-то уже есть опыт работы с таким камнем или какая-то информация о нем, пишите в комментариях, обсудим. Все, всем мира и гармонии. Пока!